по поводу фока, да, начинать. Mm-hmm. То есть, да, до этой стройки здесь как бы стоял спортивный комплекс. То есть и взрослые дети ходили, занимались. Я сам лично здесь сюда приходил заниматься. То есть как все это земля скупилась. То есть вот завели здесь какую-то стройку, то есть лет 10 уже. То есть никаких сдвигов. То есть это портит просто всю картину, вот эта вот, сама яма. То есть и у меня вопрос, и что-то здесь вообще будет продолжаться строиться или что, или это так и останется? Это единственный вопрос. Земельный участок, на территории которого еще 11 лет назад находился бывший физкультурно-оздоровительный комплекс, был продан салдинскому предпринимателю Владимиру Семенцову. Начавшееся в то время строительство торгового центра остановилось, не выйдя даже на фундамент. Спустя годы при улучшении экономических показателей проект был реанимирован. В 2015 году екатеринбургской компанией по заказу Владимира Семенцова создан проект торгово-офисного центра, который предусматривает двухэтажное здание с подвалом и надстройкой третьего этажа для технических помещений. Предполагается, что в подвале нового здания будет располагаться выставочная зона мебельного магазина. Первый этаж займет продовольственный универсам, второй этаж будет передан под супермаркет бытовой техники. Проектом также предусмотрены развлекательная зона и детская игровая площадка. Строительная техника зайдет на земельный участок уже в следующем году. Разрешение на строительство предпринимателям получено.